рассказать. Для того, чтобы приготовить казанский боб, вам непосредственно нужна печка вот такая и казан. И друзья вот из Томска. И друзья, и друзья из Томска, да. Чтобы был холод. Вот. Ну потом берете, едете на рынок на четвертый, покупаете, блядь, кусмян вот такой баранины. Друзья из Томска покупают. Не забывай про это. Ну да. Потом едете, короче, в Бристоль, потом за рыбой. Потом приезжаете, выслушиваете ей букет Татьяны Юрьевны. Ой, господи. И идете, блядь, все жарите, варите. Все, и запиваете пивком. Ура. Покажи, что там к этому. Да. Вот такая фигня, пока еще это все в процессе приготовления. Вот такая будет у нас вкусняшка. Внизу там картошечка, мясо, баранинка. Все-таки не стал ты отдельно опять кушать. Ну все, за нас, да? За ужин, за Рождество. Я ее обжарил сначала. Чокаемся. Протушил, да? Я не видела, что протушил. Все.